Сегодня рано утром наши источники шоу-бизнеса сообщили нам трагическую новость о нашей любимой российской певице Кристине Орбакайте. Теперь хочется просто рыдать. Ведь многие из нас являются большими фанатами и поклонниками Кристины Орбакайте. И услышать такую плохую новость о ней – это просто трагедия. В последнее время Кристина Орбакайте вместе со своим супругой и дочкой проживает за границей. Она в Москву практически не приезжает. В сегодняшней новости, которая пришла к нам из шоу-бизнеса, говорится о том, что Кристина Орбакайте тяжело больна. Буквально несколько дней назад американские врачи после длительного обследования нашли у Кристины Орбакайте тяжелое заболевание. Кристина прошла обследование, так как у нее часто болела голова. После обследования медики поставили диагноз. На данный момент пока больше никакой информации нету, связаться с Кристиной Орбакайте пока не предоставляется возможным. Действительно ли эта новость правдивая, друзья, либо это очередной фейк, нам еще предстоит разобраться. Поэтому попрошу вас подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск. Будьте всегда с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.